В 20-й раз в 2018 году в России 30 апреля отмечается День пожарной охраны. История этого праздника берет свое начало еще с ленинских времен, когда в 1918 году вождь пролетариата подписал декрет об организации мер борьбы с огнем. С тех пор в СССР этот день стал Днем пожарного. В 1994 году праздник получил другое название – День пожарной охраны. Официальный статус он приобрел после издания указа президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Номер 539. Интересно то, что в России первый пожарный автомобиль построили в 1904 году, и в него помещалось 10 человек. Ехал он со скоростью 15 км в час. В настоящее время на станциях пожарной охраны машины ездят намного быстрее. Да и оборудование соответствует последнему слову техники. Пожарный должен собраться и быть готовым к выезду за одну минуту. Работники пожарной охраны в этот день желают коллегам сухих рукавов. Если рукава сухие, значит, нет пожаров. Стандартный пожарный автомобиль с цистерной вмещает в себя 2350 литров воды. И еще отметим то, что каждый раз, выезжая на возгорание, работники пожарной охраны подвергают свою жизнь опасности. Ведь, несмотря на защитные костюмы, всегда есть риск погибнуть, спасая жизнь человека. Пусть огонь будет мирным и тихим, пусть он радует, греет, не жжет. Желаем всегда справляться с ним лихо, пусть судьба вас от бед бережет.